Давно хотелось в Бернардаце сделать что-то очень винное, что-то грандиозное, что-то очень вкусное. Я очень рад, что познакомился с ребятами из агентства событий «Сова», и вместе нам, мне кажется, действительно удалось создать праздник. А праздники делать может каждый, и праздник можно делать каждый день, и я искренне желаю, чтобы каждый наш гость понимал, что, в принципе, даже ужин можно превратить в кругу семьи, в настоящий праздник, праздник вина, гастрономические эксперименты. Представлены очень интересные вина, как гаражистов, так называемых виноделов, которые производят вино, ну, можно сказать, в таких небольших объемах и в домашних условиях, так и больших компаний, которые производят не тысячами бутылок, а миллионами бутылок вино. Но, тем не менее, формат интересный. Одесса, как всегда, задает такой интересный тон в этом направлении. И отдыхающая атмосфера, все очень клево. Поражен, а приятно удивлен самим качеством фестиваля, качеством гостей, качеством участников, качеством предоставленных на конкурс вин и продуктов. Фестиваль очень замечательный, хорошая, добродушная атмосфера, вкусное вино и хрустящий хлеб. На самом деле я очень рад тому, что есть такое начинание, как вот этот фестиваль. Безумно интересно, безумно хорошо. Хлеб и вино – это, наверное, базовые вещи, которые нужны человеку. Поэтому я в восторге на самом деле. Вино и хлеб – это крутое сочетание. Но лучше вино и сыр, конечно. Но хлеб хорош сам по себе. И здесь пробовать вино и кушать вкусный хлеб по-особенному. Потому что тут ты как будто не в Одессе, а в каком-то городе в Испании, где люди отдыхают, где люди вольно ходят, пробуют. И здесь действительно представлены потрясающие фирмы, производители и ребята, которые не просто создают это, они живут этим. Очень приятная атмосфера, душевная и такая, как должна быть. Все очень интеллигентно, дружелюбно и красиво. Можно пожелать только еще больше и больше новых идей для создания таких замечательных мероприятий. Ну что же, признаюсь, мне очень нравится то, что происходит здесь сейчас. Я в восторге. Много улыбок, много позитива, и я уверен, на этом мы не остановимся. Как мы можем? Винный ресторан – это всего лишь начало. Открываем двери нашим новым приключениям. Я думаю, осенью обязательно придумаем что-то, связанное с сыром и вином. Почему бы нет? Тема довольно известная, популярная, но мы постараемся обыграть ее очень вкусно. В этом месте было много всего интересного. И сегодняшнее мероприятие для меня большое открытие. Спасибо всем, кто был сегодня, подарил нам ваши улыбки. За вас. Мы пьем просто за вас, друзья. И действительно, мы хотим, это была такая маленькая дверь, которая приоткрылась. Я уверен, до следующих вкусных и радостных событий. За вас, друзья. Спасибо, друзья, за вас. Поднимаем бокалы.